связи с резким похолоданием глава Барнаула Сергей Дугин поручил службам уделить особое внимание дорожной ситуации. На период шторм-прогноза в «Автодорстрое» будут организованы круглосуточные дежурства. Техника и люди готовы к работе в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. В случае необходимости дорожники задействуют 17 машин, разбрасывающих песок, а также другую технику. Управляющим компаниям рекомендовано сосредоточиться на расчистке дворовых территорий. В связи с резким похолоданием Сергей Дугин поручил также всем службам принять дополнительные меры, чтобы системы жизнеобеспечения города работали без перебоев. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно звонить по телефону 29-91-99, в случае коммунальных аварий 29-91-88.